tarafına uğradım. İki yıldır tedavi görüyorum. Evet, hastanelerde geçti. Kan kanseri hastayım. Okula gidemiyorum çünkü yani yine hastalığı kapmam, yani kapabilirim. Bu yüzden okula gidemiyorum maalesef. Evet, çok gitmek istiyorum yani. Normalde okula gidemediğim için dersleri kendim yani geçiyorum falan, orada dersler bakıyorum telefondan. Öyle kendim ders yapıyorum. Birazcık zor oluyor ama yapabiliyorum. Evet, çok kalabalık çünkü yani hasta olabilirim yine. Bu yüzden böyle sadece yani evde, en çok evde geçiriyorum. O kadar yani. Evde kendim oyun oynuyorum. Bazen dersler de yapıyorum. Yani böyle kalabalık ortamda böyle falan oyun oynamak, yani ders falan öyle. Yani sınıfta da okulda yani çok kalabalık olduğu için gidemiyorum. Моя дочь заболела 3 года назад, как-то лейкемией, рак крови. Мы почти 3 года мы находимся на лечении, сейчас нам нужно сделать операцию, потому что после лечения 3 лет у нее есть риск перелома кости. Это проблема в том, что это последствия стероидов и большого количества приема препаратов. Вот. У нее есть риск перелома, поэтому нам очень сильно нужна помощь, чтобы нам помогли. Так как мы иностранцы, наше государство, к сожалению, не оплачивает, и больницы все очень стоят дорого. У нас есть долг в размере около 12 тысяч долларов за больницу, и также еще требуется реабилитация, которая стоит 7,5 тысяч долларов. Также еще после понадобится реабилитация в течение 3 месяцев. Какая сумма, конечно, выйдет на реабилитацию, я не могу сказать. Вот. Но мы очень сильно хотим, чтобы нам помогли, потому что ребенку надо идти в школу. Она не ходит в школу. Окула гетмек истема. 3 года Астана Ф. Астана Ф. Нормаль хаят истема. Beş sınıfta normal değilse.